Ну, одесситы поставили рекорд Украины и сшили самый большой сапожок Святого Николая. Его высота более 5 метров и вес 18 килограммов, 200 граммов. На него было потрачено 22 метра красной плащевой ткани, 20 метров утеплителей, 8 метров искусственного меха. Изделия украсили снежинками, их здесь более 30 штук и 40 метрами дождика. Теперь одесский сапожок Святого Николая зарегистрирован в национальном рекорде Украины. Обычно Святой Николай сюда вкладывает, ну, такие сапожки вкладывает детям подарки. Но этот сапожок особенный. Он не просто большой, он еще и самый щедрый, так как он проходит в акции «Собери подарок сироте». Рекордный сапожок, который мы сегодня зарегистрировали, самый большой сапожок для подарков к Дню Святого Николая, это как бы некий символ этой акции. Мы призывали всех одесситов поддержать, прийти на фестиваль и поддержать наш рекорд Украины и принести подарки для детей и сирот, которыми они готовы поделиться и поддержать эту акцию. Ну а все подарки, которые одесситы положили в этот сапожок, передадут в благотворительный фонд «Добрый самарянин» в рамках всеукраинской акции «Собери подарок сироте».